Я Бэткомпьютер, но вы можете называть меня Пенни-1. Мне поручено завербовать вас в качестве членов рыцарского дозора, моей новой программы, которая поможет Бэтмену бороться с преступностью в Готэм-Сити. Как вы знаете, у Бэтмена есть доступ к новейшим, самым совершенным технологиям, которые он использует в своих отважных начинаниях. Члены рыцарского дозора должны знать о Бэт-гаджетах абсолютно все. Поэтому сегодня я решил рассказать вам о знаменитом капюшоне Бэтмена. Для начала поговорим о самой конструкции. Корпус капюшона выполнен из титановых пластин. Титан — это невероятно прочный металл. Он дает Бэтмену первоклассную защиту, а заодно поглощает энергию от удара или падения. Капюшон действует так же, как шлемы, которые надевают военные, чтобы защитить голову на поле боя. Кроме того, капюшон оснащен дополнительным оборудованием. Прежде всего, это система радиосвязи. В капюшон Бэтмена встроена станция дистанционной связи, которая позволяет мне, Бэткомпьютеру, отслеживать состояние Бэтмена, находясь в Бэт-пещере, в то время как он борется с преступниками в Готэм-Сити. Эта высокотехнологичная система также предоставляет ему безопасный канал для связи с любым из его союзников. С Бэт-Герл, с Робином или даже с членами Лиги Справедливости. Уши капюшона Бэтмена оборудованы акустическими датчиками, которые усиливают звуковые волны, позволяя слышать звуки на расстоянии почти 300 метров. Это дает Бэтмену возможность подслушивать разговоры преступников во время расследования, добывая таким образом ценную информацию. В капюшон также встроен микрофон с модулятором голоса. Бэтмен может изменять высоту и громкость голоса, чтобы сохранить свою личность в тайне. И, наконец, глазные прорези капюшона Бэтмена тоже спроектированы уникально. В них встроены оптические линзы. Они могут выдвигаться и задвигаться обратно, в зависимости от того, что нужно Бэтмену. У них есть функция инфракрасного зрения, но вы, возможно, знаете его под другим названием — ночное зрение. Эти линзы считывают электрические сигналы в окружающем пространстве и отображают их в цвете, подходящем для восприятия человеческим глазом. Это позволяет Бэтмену отчетливо видеть в темноте. Вот как это выглядит. Однако мне больше всего по душе другая функция этих линз — дополненное зрение. Линзы способны накладывать генерируемые мною компьютерные изображения, чтобы дополнить информацию, получаемую Бэтменом из реального мира. Это может быть что угодно — оперативная информация о происходящем или показатели жизнедеятельности, считанные из Бэткостюма. Похожие изображения вы видите во время миссии рыцарского дозора. Вот только Бэтмен может видеть дополненную реальность всегда, когда пожелает. Не хочу показаться нескромным, но это настоящий технологический прорыв. Что ж, на этом пока все. Считайте, что вы прошли вводный курс по технологии капюшона Бэтмена. Впрочем, кроме того, о чем я рассказал, есть много других функций и возможностей. Я призываю вас использовать ваши знания и умения, чтобы быть настоящими героями у себя дома. Будьте как Бэтмен. Вы можете в любой момент подключиться к системе, чтобы подробнее изучить Бэт-технологии в архивах Бэт-компьютера. Напоминаю, что вам доступен и другой контент про Бэтмена здесь, на канале DC Kids. Цифровые копии серий, представленных в этих архивах, доступны для скачивания от Warner Home Entertainment.